Свою роль, Уинтерс. Ты истребил мое лжепотомство и пробудил великий мир в цели. За крошку розу не тревожься. Уверяю, со мной она познает настоящее счастье. Теперь ты можешь умереть спокойно и на ней. Нет уж, а вот ты не умрешь. Сопротивляйся! Чё он, блядь, говорил, делает? Катается, она пускает. Сейчас посмотрю. Так, когда она влюбляется в тебя, ты прячешься за дверь, она влюбляет на взрывчатку. А, взрывчатку. Наверное, он имел в виду вот это. Самодельный. Ты ведь знаешь? Наверное, да. Так сильно мать любит свое дитя, верно? Почему ты решаешь мне? Черт! Да когда до тебя дойдет, что Роза моя дочь, а не твоя? Прекрати эти глупости! Настал твой час! Умри! Впервые вижу, чтобы человек жил без сердца. Вдруг ты все-таки один из нас. Знаю, что юзаться. Помолчи, я просто хочу сэкономить аптечку. Ты ругаешься сейчас, что типа я аптечку не использую. А я хочу ее сэкономить. Потому что я экономлю снайперскую винтовку, поэтому я стреляю с дробовика сдалека стреляю. Потому что я экономлю снайперскую винтовку. И пистолет тоже экономлю, чтобы... Двойная хуйня. Рано или поздно, все мы... Эта стадия легче, чем паук. Паук сложнее.
не могу взять боеприпасы. Боеприпасы не могу взять, не вижу, как их брать. Сделали по-еврейски. Вот, все взял. Достаем дробовик снова. Потому что пока нет огней. Бежим. Достаем пистолет. Огонь идет. Достаем дробовик. Поворачиваемся. Дробовик закончился. Достаем снайперскую винтовку. Достаем пистолет. Огонь. Не вижу, как брать. Ворачиваемся. Готовимся, что будет двойная хуйня. Да-да-да-да-да, к этому и готовимся. Я это и имел в виду. Рано или поздно все мы... Ворачиваемся опять. Стреляем в нее, достаем автоматик. Снова снайпер. Уворачиваемся. Умри! И пускай мегамицерий поглотит тебя навеки! Ёп! Сейчас будет... Сейчас будет эта хуйня. Достаем гранатомет. Перезаряжаем гранатомет. Прежде чем убирать, перезаряжаем его сначала. Пошли вторые двойные стадии, это очень сложно понять, каким она станет, блять. В этом самая сложность вся. Первая. Темнота. Так, ты сказал, что это шумовые гранаты надо пускать. А мне их нет. Мне их нет. Сочувствую, но мне их нет, это шумовые. Отдохни. Чёрта с два. Умри, 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 умри. Просто уворачиваемся. Потому что это шумовых у меня нет. И создать я их тоже не могу. Я верну свою дочь. Я понимаю твои чувства, Уинтерс. Честное слово. Но ты все. Не вижу, с кем она сейчас станет. С мегамицелием, и я смогу наконец возродить свою... А, используем взрывчатку, как ты сказал. Твою дочь! Я ждала столетия! Столетия! Все ради этого дня! Паук! Патроны пистолет. Понадобится для огня. Прекрати сейчас эти глупости. Сейчас будет это меня. Почему ты мне мешаешь? Ты одной ногой в моей. Птица. Зачем? Пистолет. Его надо перезаряжать. Роза, моя дочь! Больная ты тварь! Пистолет надо перезаряжать. Для огня используем. Так, достаем. Самое страшное. Паука. Превращается в паука. Прыгает. Прыгает огромный прыжок. Стреляем нахуй в нее. Блять. Блять. Аптечка нахуй. Опять птица. Достаем пистолет. Блять, быстрее! Идет. Бежим. Может быть двойная хуйня. Эти четверо новых детей! Они не утолили мою боль долгого одиночества! Может, ты и есть главная проблема, Миранда? Ты ведь не способна никого любить! Птица!
патронов еще хватает. Да. Так, насколько я помню, в Resident Evil 4 можно было соединять патроны в самом инвентаре. Попробуем. А нельзя соединить патроны. В Resident Evil 4 это можно было сделать. Ты еще на ногах? Паук. Нечего перебежать. Прыгает. Прыгает, блядь. Лапами. А! Дробовика, патроны не могу взять. Не вижу, как брать. Буква F не подсвечивается. Два пистолетных патрона. Их не хватит на всякую хуйню. Сделаем так. А, там хватило бы. Ну ладно. Так, уворачиваемся. Может быть, банэф. Паук! Настал твой час! Прыгай! Почему ты не одна хуйня. Хватит патронов до пистолета. Снайперка. Перезарядка, блядь. А, бежит! Сколько осталось? Две аптечки. Надо использовать. Придется. Выхода нет. Бежим. У меня светошумовых. Умри! Лишь бы не задело. Я верну свою дочь! Вот и взрывать ставит. Кашу! Бежит. К черту эту древнюю деревню. Паук. Нет, птица. Птица, огни. А, не хватит патронов пистолета. Достаем снайпер. Паук. Я покончу с тобой. Бьет лапами. Прыгает. Прыгает сверху. Это за мою. Короче, то есть прыгает. Достаем. Птица. А, ничего нету. Придется уворачиваться просто так. А, есть один патрон пистолета. Этот уворачиваемся. А нет. Просто надо было перезагрузиться. Ой, перезарядить. Блять. Я осуществлю свою мечту. Летит. Паук! Прекрати эти глупости. Двумя лапами. Перезаряжаемся. К чему это бессмысленная война за жизнь? Один огонь. Летит. Ты еще на ногах? Паук. Настал твой час. Прыгает. Умри. Прыгает. Ни он, никто другой не посмеет отнять у меня рот или мою дочь. Набегает. Умри, умри, Достаю магну. Быстрее бежим. Я верну свою дочь. Если вот так, почему ты еще жив? Бежим! Может, это тебя убьет?
Паук! Нет! Птица! Нихуя не понимаю, кто это. Будем мочить, теперь есть пистолет. Есть эта хуйня. Долбоёбка соль. Паук. Мразь! Сука. Ебаху. Это твоя смерть, Итан Уиндерс. Очись! А сейчас, чтобы ты исчез навсегда! Очись, блин! Чем ее мочить-то? О, отлично. Все, блядь. Сейчас бы еще здесь бы еще, блядь, победила бы, блядь. Пошла ты куда подальше. Я на работу из-за тебя не могу выехать, скотина. Я время потерял. Тебе, скотина, сиди на своей постели, торчи. Все. Роза! Девочка! Тихо! Тихо! Роза, все хорошо! Все хорошо! Его показывают, серьезно. А где, почему лицо не показывают? Итан! Не уходи! Итан! Ну же, Итан! Давай, Итан, очнись! О, нет! Крис! Итан! Ты вышел. Все кончено. И для меня. Ты не мог прийти раньше, скотина. Надо идти. Еще босс, серьезно. Президент Лу-7 был не так поступил. В этой штуке бомба, которая взорвет к чертям всю деревню. Смотри на меня. Нам нужно убраться, прежде чем взорвать. Черт. Тебя ждет Мия. Она жива, слышишь? Жива. Мия, я люблю тебя. Прости. Береги Розу, Крис. Эй, эй, эй. Эй. Сам ей скажешь. Ну же, идем, мы уже близко. Не бросай ее. Пусть растет сильный. Слышь, опять что? Тебя. Заражен. Значит, я, блядь, выиграл, два дня сидел, две ночи проходил, и ты, блядь, сдох. Итан. Пиздец, какой тут вообще, что происходит? Итан, ты охренел. Собой не взрывай! Роза! Вера!
Вер, поднимай нас! Стой! Где Итан? Лучше тебе не знать. Хватит, лучше. Быстрее! Сейчас будет взрыв! Нет! Нельзя лететь без моего мужа! Ми, сядь и пристегнись. Сначала ты скажешь мне, где Итан! Он бы нас не бросил, я знаю. Скажи, что случилось? Где? Что это? Сказал же тебе, сядь. Нет. Пиздец. Где Итан? Крис? Что ты сделал? Он мертв. Прости. Он остался и спас всех нас. Пизда руля, мать. Я не смог. Мы плачем вместе. Взгляни на это. Бесы прислали не солдат. Это биооружие. Да они с ума сошли. Намек на продолжение? Жду приказа. Подбери наших бойцов. И курс на европейский штаб BSA. Они заплатят. Победил, блин, ее и сдох. Ну, вообще здорово просто. Значит, я зря сидел целую ночь и играл, блин. Полночи. Сейчас полутра, часа 2.5 играл. Вот те мальчика и вилось, блядь. Надо же сесть. При записи. И с первого раза при записи пройти. Зная, что уже записывают для Пашенди, взял и прошел. С первого раза для Пашенди. Кончай пилить. Короче, думаю, это можно перемотать. Да, я думаю, это можно пропустить. Ну и что мне покажется? Сколько раз я проиграл? Раз 50, наверное, за все время. Это только за один этот момент. Вот зачем я ее побеждал, смысл? Зачем? Если все равно он сдох. Как думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя, она далеко. А вдруг у него есть ракета? Ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Мать, да ты не постарела? У тебя дочь выросла, ты еще даже не постарела, пиздец. Ну ты и глупышка. Думаю, Луна не похожа. Что это за девочка? Намек на 9-ю часть? Блин, точки что ли на графике не по... Видишь, какие-то эти мерцания какие-то на графике пошли. Непонятно, что это за мерцания какие-то. Или это была не Мия, вот Мия. С днем рождения. Папа! Она выросла! Прости, что я пропустила целую неделю. Это Роза? У меня скоро куча тестов. Ну, ты все знаешь. Это Роза! Ебать, она повзрослела. Неужели следующая серия, ну, часть вот будет за неё? Ну лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Следующая часть будет походу за неё. Люблю тебя. Нашел ее. Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут, Эвелина.
Не смей меня так называть, понял? Эй, я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Он прикалывается, что ли? Кэй Эвелина, вообще с ним общается. Она на мушке. Отбой. Все мушка мерцает, видишь, график мерцает. Она на макс выкручивает, но это уже будет летало. Роза, кончай, вернись, не бей. Знаешь, ты вся в него. На Итана похоже. Я знаю. И на Мию одновременно. На всех. Она секс, кстати. Я поначалу подумал, что это Мия и сидит. Поначалу. А это дочка, кажется, ее и... Блин. Игра за нее будет, ну стопудово. Главной героиней будет она. Если продолжение будет. Ну это же очевидно, в принципе. Ну, блядь, обидно. Столько проигрывал, блядь, чтобы выиграть, и в итоге, чтобы опять слиться. Уже не из-за меня по сюжету, но все равно обидно. Вот тебе мальчик и... Ничего не говорю. Науда. История отца завершилась. Хороший отец, отличный отец. Отец года. Хардкор. Наступил новый уровень сложности. Ебать, вы серьезно? Я этот-то еле, блядь, прожил. Мы еще новый уровень сложности. Все. Сохранить. Ну, разумеется, блядь. Я еле-еле это прошел. Ну все, Пашенди, выходим, что? Давай сворачиваем. Сворачиваем, что? Вот у меня, видишь, игра видна, все видно, видишь. Ну ты, собственно, видишь, как я сделал в этом видео. Все, значит, завершаем. Вот такая вот хуйня, Пашенди, да. Но дочка у Итана и Мии секс-бомба, вот, для меня вообще секс-бомба просто. Я ее хочу, кстати, да. Ну ладно, это уже мои мечтания. Вот я сел, я подкачался. Все, Пашенди, давай, короче, записал для тебя, блядь, прохождение. Как только начал записывать, для тебя прошел с первого раза на записи. Пока.